Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников. Сегодня хочу вас познакомить, показать вам работы Жана Батиста Паттера, французский художник, который работал в стиле рококо. Родился 29 декабря 1695 и умер в 1736 году. Паттер был сыном скульптора Антуана Паттера и учился у него, прежде чем стать учеником художника Жана Батиста Гида. Затем Паттер переехал в Париж и ненадолго стал учеником Антуана Вато. Это было в 1713 году. Я пользуюсь переводной Википедией, данных очень мало, но вот то, что есть. Вато, несмотря на плохое обращение с Паттером, оказал на него значительное влияние. Но они поссорились, и Паттер вернулся в Валенсиен, где оставался в течение 2 лет. В 1721 году Паттер и умирающий Вато примирились. Впоследствии Паттер снова стал учеником Вато, хотя и всего за месяц до смерти последнего. Позже Паттер утверждал, что узнал все, что знал за те несколько дней с Вато. Был принят в Академию в 1728 году, представил большую военную работу в популярном стиле Вато, которая находится сейчас в Лувре. Подражал своему учителю. Действительно, он напрямую копировал некоторые из его фигур. Паттер использовал традиционную пастельную палитру рококо. Его наиболее характерное отличие стиля от других художников того времени заключалось в использовании мерцающих линий. Самым известным его заказчиком был Фридрих Великий. В его работах демонстрируется тонкое нанесение краски, предвосходящее Франческо Гварди. Ну вот все, что написано в Википедии переводной о Жане Батисте Паттере, французском художником в стиле рококо. Смотрим его работы. Пока-пока. До свидания.